Друзья, всем привет! Сегодня на завтрак приготовим яйца без жарки, всего лишь за пару минут. В сковородку наливаем воду и зажигаем газ. Накрываем крышкой, чтобы вода быстрее закипела. В кипящую воду помещаем яйца, убавляем немножко огонь и накрываем крышкой. Готовим 2 минуты. Через пару минут открываем крышку. Яйца готовы. Достаем их на тарелку. Готовые яйца посолить, поперчить и подавать к столу. Яйца получаются очень вкусными. И что особенно приятно, желток внутри сохраняется жидким. Готовьте, пробуйте, уверена, что вам понравится.